заповедник, пляж Голджибага. Отдых, релаксация. Индия, Гоа, пляж, заповедник Голджибаг. По одноименному названию называется река Голджибаг. И это один из самых лучших натуральных естественных пляжей океана Индии. Это заповедник, охраняемая зона. Сюда приплывают черепахи, откладывают яйца. И это сосны, это песок, это чистое море. Этот пляж находится в 7 километрах от пляжа Палолю. А сейчас мы с вами пойдем в кафе Сурья, где делают очень вкусные устрицы, крабы. Надо.